ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Как же я люблю своих пони. Ох, жалко, что у меня нет своей настоящей лошадки. Ну, или хотя бы своего настоящего домашнего питомца. Здравствуй, девочка. Как тебя зовут? Меня зовут Соня. А вы кто? А я ваша новая соседка, Галина Петровна. Очень приятно. А что вы хотели? Моей мамы сейчас нет дома. Это ничего. Твоя мама не нужна. Я хотела тебя попросить, чтобы ты посидела полчасика с моим домашним питомцем, щенком-бегемотиком. Сможешь? Конечно, смогу. Я просто обожаю зверей. Спасибо тебе, Сонечка. Поиграйте тут пока вместе. А я вернусь через полчаса. Хорошо, хорошо. Можете не торопиться. Бегемотик, какой же ты славный. Какой добрый и милый щенок. Хочешь играть со мной в прятки? Ну а что же ты тогда хочешь? Ням, ням. Ты хочешь кушать? Вот это да! Как же я сразу не догадалась! Только знаешь что, бегемотик? У меня же для тебя ничего нет! Шоколадные шарики. Будешь? Вот и отлично. Это твоя мисочка. А это твои шоколадные шарики. Ну, чего же ты ждешь? Кушай быстрее. Они такие вкусные. Ой, ты уже все съел? Ну что же, отлично. Значит, теперь ты не голодный. Давай играть. Ой-ой-ой, бегемотик, что с тобой случилось? Ты почему лег на пол? Ой-ой, что же произошло? Скорее бы пришла мама. Соня, привет, а вот и я. Ну что, играешь со своими пони? Мама, мамочка, быстрей, сюда! Иду, иду. А, ой, что случилось? Откуда этот щенок? Это щенок нашей соседки. Его зовут Бегемотик. Она оставила его у нас на полчаса. Да? А что же с ним такое? Почему он лежит и не играет? Не знаю, мамочка, совсем недавно с ним все было хорошо, а теперь вот. Что же я скажу соседке? Так, Сонечка, не расстраивайся, давай разбираться. Ой, а это что за миска? Из нее ел бегемотик. Я ему давала кушать шоколадные шарики для завтрака. Шоколадные шарики для завтрака? Ты что, Сонечка, щенки такое не едят. Вот почему бегемотику стало плохо. Ой-ой-ой-ой, так это я во всем виновата. Я не хотела, что же делать? Не расстраивайся, Сонечка, я попытаюсь ему помочь. Бегемотик, нужно послушать твое сердечко, чтобы убедиться, что тебя не надо вести срочно в клинику. Ну-ка. Сердечко в полном порядке, значит, мы сможем помочь ему сами. Вот, выпей несколько капель этого лекарства, а потом попей воды. Бегемотик, дорогой, выздоравливай. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо.
Здравствуйте, а вот и я, Галина Петровна, пришла за своим бегемотиком. Ой. Ну как, бегемотик, с тобой все в порядке? Пойдешь домой? Аф, аф, аф. Ему стало лучше. Спасибо тебе, Сонечка, ты настоящий друг. Вот, держи, это тебе подарок за помощь. Пойдем, бегемотик, нам пора домой. Фух, мама, все обошлось благодаря тебе. Одна бы я точно не справилась. Вот так сегодня моя малышка Сонечка сидела со щенком нашей новой соседки, бегемотиком. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики. Пока!